А кто такой Ловчев, ты знаешь? Конечно, знаю. Кто? Лучший игрок СССР 72-го года. Рассказываешь, как вести себя? Подождите! Евгений, я же... Все подождите! Ловчев, если ты тренер, то возглавь нашу с Райзеном команду. Вот это не спорт, вот это. И я не хотел бы, чтобы все мои дети, значит, смотрели на это и из-за этого любили футбол. Так, друзья, как вы видите, вон башня. У нас еще пока недостаточно момент на петли, поэтому мы в походных условиях объявляем вам, что 1 апреля это была не шутка. Что мы сейчас создаем команду. И сегодня первый шаг. С чего он должен быть? Он должен быть, ну как, по грамоте все делать. Нам нужно подписать прямо в эфире матч ТВ тренера. Прямом в эфире. Вы понимаете, уровень Останкино. Мы здесь. И тренер должен быть именно тот, который ненавидит медийный футбол. Возглавь нашу с Райзеном команду. И мы пойдем к успеху. Но у вас возникает вопрос. А кто такой Ловчев? Ты знаешь? Конечно, знаю. Кто? Лучший игрок СССР 72-го года. Футболист сборной мира в нескольких товарищеских матчах. В частности, в матче в честь Горинчи самого, который, кстати, есть в ФИФЕ. И еще Ловчев, тренер-чемпион в составе московского «Спартака» по мини-футболу. То есть, если Блатов мини-футбольный «Спартак» развалил, то Ловчев поднял. Он же его создал, он создал эту команду. И самое поможет главное... нам. Самое главное, подожди, Дмитрий, это человек, который не любит медийный футбол, и мы его заставим. Нам надо его сначала уговорить. Ребята, я надеюсь, у нас все получится. Деньги мы уже нашли, смета утверждена, спонсоры вы знаете какие. Чекайте контент. Уважаемые коридоры, смотри, наши фотографии здесь у себя. Что это за часы? Кипиш уже начался. Вот, допустим, вот есть, допустим, Ловчев, вот если тренер. Вот если у меня есть медийная команда, например, молодец, и я его приглашу в эту свою команду. И вот я прекрасно знаю, что я сделаю все, чтобы Евгений Ловчев получил максимальные удобства. И я примерно знаю, что он из себя представляет и будет представлять. А что такое Ваноли, я не знаю. Кстати, Евгений Серафимович, приходите к нам в команду. Вот. Будем всех побеждать. Матч ТВ победит. Я с тебя все деньги выкачу. Мотивация у меня будет. Вот. Мария, подводки нам нужны от вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем. Ну, тут вам предложение сделали. Пойдем, пойдем. Да-да-да. Ну, пойдем сядем, кофе выпьем. Тема такая. Есть команда, которая, точнее, есть лига. Условно, была такая футбольная команда, есть сейчас Амкал, например. Ну, может, слышали? Слышал, уже да. Слышал. Да. Раньше не слышал, Амкар слышал, да. А этих не слышал. Вот недавно с ними был в эфире на «Есть тема», честно говоря, и узнал. И я был ошарашен, удивлен, не, даже не тем, что там Тарасов... Сейчас человеку сказали! Человеку, уважаемому человеку, за сборную человек играл! Кстати, он зашел тогда и говорит... Серафим, все меня знаете, я говорю, а кто ж тебя не знает? Бывший муж. Бузовый. Да и все начали ржать кругом. Я понимаю, что такое вот ваша вообще тема, да, это эфиры, это просмотры, будем так говорить. Чем больше, тем лучше. Я все-таки к футболу немножко по-другому отношусь. Хотя, скажу такую вещь, я, можно сказать... Первый человек, который в стране вот ушел в некую стезю. Вот когда появилась команда «Старка», звезд, футбольная команда, я был первый тренер. И вот первый все, тренер все звезд кругом... истоков, да, да, подожди. Звездами работать трудно. Придется, видимо, сажать на сборы, урезать, наказывать рублем за то, что не приходят на тренировки кто-то. Мы вот собрали команду и однажды играли в Турине, и 50 тысяч зрителей пришло. Это я был шарашен. Я уверен в успехе. Трепещи, Италия. Под руководством Евгения, я думаю, что мы сумеем все-таки в будущем попадать в ворота с 2 метров. И мы потом договорились с итальянцами сыграть. Там играл Пупа, Рикардо Фольи. И самое главное, там играл Эрос Рамазотти, который во второй лиге футбол играл у них. Рамазотти? Да, Рамазотти. Очень прилично играл. Рамазотти с мячом. И Давыдов покинул ворота. Мы там сыграли 0-0. А здесь, по-моему, 3-0 выиграли. Сережка Беликов, по-моему, все 3 гола забил. Крис Кельми, слева Беликов, пас ему. Все в пределах правил. Выход 1-1, удар.
Второй гол. Здесь у нас закрадывается сомнение. А Ловчев вообще нормально со звездами может работать, вот если у него спросить, так, вот там Кал бухает, а вот если они что-то будут делать подобное, наши блогеры с вами, что вы ответите? Вот. Знаешь, там было, все приезжают со своими директорами, в автобусе едем на игру, и тут, а вот если вы попросите, а, я говорю, слушай, стоп, здесь есть один руководитель, это я, вы все молчите, не, а так же будет и здесь. И тут-то мы и поняли, что сделали абсолютно правильный выбор. Ведь Ловчев-то оказывается с духом. И самое главное, он-то не ноунейм. Он, во-первых, ютубер и тиктокер. Причем круче, чем Левшук. Потому что некоторые его тиктоки собирают под миллион. Где он дико-дико трэшем уничтожает российский футбол. О! Не найду, чтобы заменить слово уебище, честно говоря. Я давно этого не видел, честно. Просто стыдобище. Это вот Федуны, Заремы и все остальное. Вот эта шобла довела Спартак до такого состояния, что вот все. Я хотел культурно что-то говорить, но, честно вам скажу, культурно не могу. Ну, честно, не хотел ругаться. Но то, что я сейчас смотрю, это такое уебище, честно говоря. И на следующий день 900 тысяч просмотров. Так вот, слушайте, вы улыбаетесь. 900 тысяч-то просматривал, значит, им вот это надо, понимаешь? И они сегодняшние вот такие. И это не плохие или хорошие, они такие. Вот в этом и весь смысл медийного футбола. Здесь не нужно подстраиваться под всякие лимиты, ограничения. Здесь нету каких-то штрафов за какое-то поведение. Здесь все открыто. Можно приходить на пресс-конференции и говорить так, да, как оно есть. Да, в этом а потом же большой плюс. Рома Широков, хороший футболист, хороший парень. И вот того судью, секундочку, я тот человек, который бы дважды шмотанул бы. Вы не знаете, за то, что он сделал, а за то, что он в суд на него подал. Хотите, да, я вам кое-что расскажу? Да. Так вот, если вы подпишете с нами контракт, вы будете тренировать этого судью, он наш центральный защитник. Он играть у меня не будет, гад. Он человек, который уже не уважает футболиста. Кто, судья? Большого футболиста, тот судья, да. Он не уважает большого футболиста. Да, но сделал этот человек, сделал. Но подать на него в суд — это последнее дело, блядь. Так он мог просто извиниться. Блядь, вы с одной стороны, а я с другой стороны. Со стороны, что первично, блядь. Роман Широков или этот, блядь? Роман Широков. Но мы же в государстве находимся, в котором права все равны. Какая разница, какие заслуги у человека, если он бьет, слушай, другого в лицо? Записывайте все. Да похуй мне, в каком вы государстве находитесь. Ну, в общем, ваши правила игры, мы их принимаем и готовы работать. Я буду только рад. И с Данте вы поговорите тоже. Мои правила игры — это одни. Я спортивный человек, который... Какую команду я не пришел тренером называться? Что такое тренер? Сейчас, секунду. Я что буду? Вы пока подавайте какие-то разыгрывать на тренировке. Я буду давать мячик и играйте, ребята. Реально не можем сойтись по условиям. Там очень серьезные переговоры. Реально. То есть, с одной стороны, Ловчев, типа, да нафиг мне это надо, чего придумали свою эту команду какую-то. Вот мы ему говорим, нет, нужно поднимать блогерский футбол. Короче, думаю, что Райзен его прожмет как-то. Останется только потом финансовый вопрос решать. Мы должны давать результат, у нас должен быть тренировочный процесс, мы должны понимать, кто куда бежит и кто что делает. Именно поэтому вас позвали, понимаете? И что самое важное, вы умеете это доносить красиво. У вас есть баланс. Профессиональный навык и харизма, которые вы сами понимаете, у вас присутствуют в большой степени. Вот что нам нужно. Вы просто идеально подходите для этого. Ну, это мы увидим, идеально или нет. Потому что, когда начну только проигрывать, это уже немножко другое. Нет, для нет. меня это неприемлемо. И это не значит, что я сбегу или прочее. Просто будем что-то я менять. По своему характеру все равно победитель. Сейчас придет Дмитрий, давайте, и мы подпишем. Давайте попробуем. Ну, естественно, не бесплатно, потому что вы сами понимаете, я понимаю, это должно понимаю. Быть. Для меня, тем более, вот у меня сейчас... Мой заработок – это медийность. Мы вам предлагаем работать не просто в футболе, а в медийном футболе. Ну, посмотрим. Я даю добро на это. Напишите. Вы контракт напишите, и все, я подпишу. В общем, сумма оглашена.
все. Но на рукопожатии это все держится, правильно? Конечно, все. Конечно. Ну, все. Давайте. Так, с тренером уже решено. Сегодня нас ждет еще несколько встреч. Нам надо с еще одним потенциальным инвестором встретиться в Москва-Сити. Да, тут денег критически мало для старта проекта. Я считаю, нужно больше денег. Сейчас нужна поддержка высших лиц. Погнали. Подожди. Ну, прическа пока не лежит, но сейчас волосы отрастут. Ну-ка. Так, уважаемо, заходим. Диман, дело вид, что у нас очень много денег на самом деле. У нас очень много денег, блядь. Пойдем. Ну, это 18. Денег меньше не стало. Не стало. Каждую секунду, пока мы едем в лифте, наши счета пополняются, блядь. Это маневей, ребята. Вы забыли про это слово, оно возвращается в обиход.